подтверждение. А и то, что они общались, я об этом знал. Я думаю, что вы держите зрителей за идиотов. Сергей Иванович. Секунду. Они гораздо умнее, чем вы думаете. Мы обсуждаем очень интересный вопрос, и я, с вашего позволения, через 30 секунд к нему вернусь. Но это вопрос, вот, который дает повод для дискуссии. А в фильме были затронуты вещи, которые не дают повода для дискуссии. Давайте сначала коротко их обсудим. Вы видели лицо этого финансового аналитика, нанятого Браудером? Да. Да или нет? Да. Видели? Никто не вот знаете эти платежки, подписанные Браудером и Магнитским? Они подтверждены всеми ведомствами. Вы Попова взяли? Смотрите на них. Нет, вот смотрите на них. Вы эти платежки написано... знаете? Да или нет? Попов. Вы знаете, это не Попов. Это реально. Это не Попов. А, Дмитрий Киселев. Нет, это не Дмитрий Киселев. Это не Дмитрий Киселев и не Попов. Это следствие МВД. Подтвержденные документы. Да, да, немедленно. Вы видели? Поймать. Дальше. Я вас спрашиваю дальше. Что вы? Вы знаете эти схемы инструкции Магнитского? Вы знаете, подождите. Вы знаете эти схемы Мигдульского Магнитского? Не мне. Эти схемы вы знаете? Нужно специально создать две фирмы и так далее. Если вы все это знаете, значит, вы мне ответьте. Браудер вор или нет по этим документам? Сколько лет тюрьмы в Америке? Что вы делаете сейчас? Не надо спецслужб. Надо немедленно поймать шпиона. Сколько лет тюрьмы в Соединенных Штатах? Он за эти вещи. Я вас спрашиваю, сколько лет тюрьмы в Соединенных Штатах? Второе. Вы знаете вместе с кем Сафра делал Херметич? Вы знаете фамилию Сафра? Я прекрасно знаю. Знаете? Вы знаете, что это совместное предприятие, это материалы «Вашингтон-Пост»? Вы их тоже будете оспаривать? Нет. Вы знаете, что по данным «Республика», а не секретных докладов, сказано, что Сафре ушли деньги МВФ, которые вы выделили России? Это все в полосу бедных. Это «Република». Это ведущая итальянская газета. Это открытая информация. Один, вы это знаете? Агент так значит, так значит, и успокойтесь, да, пожалуйста. Главный, агент так это значит, нет. Это значит, что, то, что он не Сафра вместе с Браудером украли деньги МВФ, переведенные России. Организовали кризис ГКО. Обокрали миллионы и миллионы людей. А потом на эти деньги в условиях кризиса стали скупать по дешевке предприятия. Это афера века. Я вас спрашиваю, почему ЦРУ и другие ведомства до сих пор не сказали, куда ушли деньги МВФ? Вот назван номер счета, на который попали деньги к Сафре. Как только Сафра начал давать показания, Сафру убили. Браудер молчит. Мы хотим знать, ФБР... где деньги русских налогоплательщиков? ФБР, где миллиарды денег? И, наконец, последнее, что мы хотим знать по этому поводу. Сергей, мы хотим секунду, почему вы защищаете супервора, участвовавшего в ограблении нации, представляющего... У нас абсолютно доказательные документы, что это супервор. А теперь перейдем к этому серверу. Вы знаете, кто такой Боб Вудвард? Нет, да, конечно. Знаете, хорошо, молодец. Так вот, Боб Вудвард реализовывал сливы. В результате был кризис с Никсоном. Вудвард – это патриарх журналистики. Почему Попову нельзя то, что можно Вудварду? Какая разница? Я вас спрашиваю. Уотергейт был сделан за счет чего? За счет сливов, да или нет? Да, за счет. Да, хорошо. Вот теперь, мой дорогой, не молчите по поводу всего остального. Позвольте, что я могу сказать.